doing? Сзади поставил, как положено, естественно, крутые биржи, вход в поворот, только упало, но хрена не упало, упало. Мобильный телефон. Потому что скидка действует на любую госпошлину. Так, например, за восстановление российского паспорта нужно... По дороге. Надо ее бы это взять. Да вот, этот мужик остановился. Мамаша, блядь, бошку оторвать. Ёбаный мудак, блядь. Блядь. А, мудак, сука. Блять, ёбаный, вы чё нахуй, а? Блять! О,
Опа, 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 опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пидорас. Ну ничего, пусть не курит, блядь. Аккуратно, смотри, блядь. Ёб твою мать! Thank you.
Бах! Ёб вашу мать, блядь! Ну чего, куда летишь-то, ё-моё? Да и давай сейчас мне еще снеси, блин, а? Ой, я тебя боюсь. Ну куда ты летишь? Ну ты видишь, что ты не залазишь. Вот так. Где таким клоуном? Кто таким клоуном проводит? Успешных диверсионных операций. Так, в сентябре 1943 года ими был заминирован и подорван фашистский линкор «Тирпиц». Гигантский корабль водоизмещением в 51 тысячу тонн вышел из строя. Блять! Козёл, блять! Все, кайф, все, улетел.
давай тормози. Тихо, тихо, аварийку включай. А это как? Ох ты, сука, ты дран. Наташа, чудесного вечера. Вы очень бодрая для него, я боюсь. Он вас не сможет, а может быть и не нужно ему это. Вам нужно, наверное, такую поспокойнее девушку, да, поуравновешеннее, Алексей? Да, мне кажется, более спокойно. Пьяный уёбок, сука. Гаишников вызывай быстрее.